Молодой Леонардик 2. Девочки, молодой Леонардик 2. Уже гляньте какой. Уже, да, с каждым днем поднимается, он на ножки, там что-то перышки чистит свои. Все, еще, да, пару дней, и все, и улетит. Как тот, прыг-прыг по веточкам, и все. Видите, какой сидит. О, крыльями машет, тренируется. Его так хитает, он на ветку, лянь, зашел, чтобы не упал. Нормально. Нормально будет. Дурно, что ли, падать? Да, бывает, падают. Наверное, уже все, вот это два выводка у них, и все, наверное, больше она не будет, да? Чтоб она кружила, тебе выводок. Не, ну еще ж тепло, думаю, может, еще третий выводок будет. Ну, посмотрим. Она тогда быстренько, он улетел туда-сюда, и она снова села на гнездо. Чистит там перышки свои. Хвост короткий, малый. Так лучше видно. Микуська, не прыгай. Да, такой уже крупненький. Ну, мама, конечно, с папой побольше. Микусь, ну что ты хотела? Ты что, хотела в окошко посмотреть? Ну, давай посмотрим. Со зрителями поздоровайся. Скажи всем привет, ребятки. Скажи, почему Микки без прически? Скажи, еще не успели сделать, да, зайка? А я вчера, девочки, не спала долго. И такое у нас небо было звездное. Ой, так красиво. И вот в августе ж звезды, да, вот падают. А это прям... Только они как-то по-чудному падали. Не сверху вниз, а снизу вверх. Вот такие прям были. Так чу-чу, вверх. Так красиво было. Потом думаю, может, то не звезды. Не, звезды были, потому что... Или что-то другое. Все, я больше не буду смотреть. Я ухожу. Я ухожу. У меня план работы. Поменять постельное. Постельное поменять. На кухне навожу порядки. Уже все тут помыла. Все убираю. Порядки навожу. Сегодня будет день уборки у нас. Темно. Видите, как? Вот так делать. Да чаек надо допить. Домой кофеек. Ой, кофеек, чаек. Сегодня чай пила. Девчонки. Тут помыла, тоже повытирала все. Да закрыть. Жалюзи закрыть. Все. Пусть так будет. Так, здесь у нас панкейки. Вчера покупал Женя панкейки внутри с шоколадом. Ну, вроде, это, прошлый раз покупал, мне запах не понравился. А эти вроде неплохие. Ну, я, правда, не ела. Это Софийны. Так, это колу допили. Конфетки сюда поставить. К цветочкам. Вчера чипсы. Женя покупал, надо, чтобы доели и все убрать. Так, это цитринчик, кофеварочка вымыта, пустая. Коллагенчик мой пью, девочки. Сейчас постельки буду менять. Менять, стирать не знаю, может и не буду, но поменять поменяю. Микки, где Софийка? Мне надо сложить простынь. Где Софийка? Скажи мне это, скажи, вон она сидит. Да? Скажи, я не играю. Так, София, постель поменяли. София, давай убираем постель. Убираем постель. Девочки, мне там в комментариях писали, что надо не корой пользоваться, а керамзитом для орхидей. Если честно, первый раз такое слышу. Мама, быстрее снимай, быстрее, быстрее. Сейчас она побежит, сейчас. Ну зачем ты ее накрыла? Ну там воздух есть. Ну, она лежит, себе мячик грызет. Ей все равно. Она со мной под одеялом спит все время. Она чудно выглядит. Но она хочет вылезти. Сейчас она вылезет. Микуська. Она запуталась. Да сейчас она вылезет. Вон, вылезла. Она так чудно выглядела. Скажи, кидай мне мячик. Так, надо тут еще пылючку повытирать.
Вот эту детку еще не отсаживаю. Это сидит детка. Вот эту пересадила нормально все. Все нормально, девочки. Так, красотки. Красотки. Ждите меня. София, не трогай ее. Все. Мне хочется. Сюда иди. Так, меняю постель. София, сейчас поможешь мне одеяло вот это покрывало ставить. Я вот летом, девочки, всегда пользуюсь вот таким вот покрывалом. Ну, оно может быть просто сверху для кровати, на кровать. А я его применила уже, наверное, года 3-4, наверное. Не, ну, 3 пользуюсь точно. Летом. Только летом. Оно такое вот тоненькое. Мне нравится. А это принесла мяч. Вот бандитка уже. Хочет, чтобы мама с ней играла, да? Скажет, ну, конечно, мама, я хочу. Я же тебе мячик принесла. Ну, хомякуська. На, лови. Оп. Ладно, сейчас поменяю. Оно такое не жаркое. И, ну, и не толстое. Ну, нормально в нем. Летом хорошо им укрываться. Ну, я его так просто им не укрываемся, все равно в пододеяльник вставляю. А в пододеяльник немножко его так тяжело, он так как-то плохо продвигается. Что ты просто ими укрываешься? Просто, да, просто не вот как-то прохладно. А это ты чуть-чуть... Почему ты им просто не укрываешься? Просто? Ну, не хочу его затягивать просто. А так оно в пододеяльничке. Ну, ты купи мне кровать, и я его буду застилать себе. Хорошо. Микки, забирай мяч. Давай, София, будем стелить. Все, постельки поменяли. Убираем, да, козюлька? А Софийка побежала в магазин купальники купить. А то на Софию мы в том году и брали купальник, он маленький. Оп, все закрыли. Инда купальник, да? Купаться надо ей. А купальника нет. А тебе надо купальник или не надо? Скажи, мам, ты что вообще за ку-ку? Какой купальник, скажи? Так. Стирочка. Я там покрывала, ну, одеялко кинула Софии на простернуть. А это все в стирку. Приготовила, подоставали вчера с Софией сумки, пересматривали детские рюкзачки. Это все Софийкино оставалось. Камилочке надо отдать. Она будет с удовольствием играть. Оно все целенькое, хорошее. Всем привет! Мне надо сейчас волосы покрасить. Ладно, сейчас София принесет купальники, потом покрашу волосы. Пока волосы будут краситься, я поубираю. Если там есть купальники, может, их и нету. Софийка пришла, принесла купальники. Ну, давай будем смотреть. Их два. Ты выбрала мне два, да? Мне больше нравится белый, черный. Вот это вот такой, это сдельный. Ага. Желто-черный такой. Ой, красивый. Он небольшой? Нет, мама, ну я ж померила. Да? Он прям на мне вот сел идеально. Ага. Они оба, мне размер подошел 38, вот идеально. И вот такой, но мне этот больше. Ага, это и тот красивый, говорит... этот. Она говорит, тут больше, она говорит, как летний, он такой веселый. Она говорит, это как, ну, если хочешь постарше, так, она говорит, это более вот такой. Ну, ладно, давай. Сейчас померяем. Ну, давай, Димири. Давай. Сейчас я ближе посмотрю. Красивый очень, мне вот это, вообще прям вот эта ткань. 700 гривен такой купальник. Угу. Сеточка. Может, Ани такой бы взять? Давай два тогда возьмем. Один Ани, давай Ани желтый. А Ани не влезет или влезет? Мама, чего она не влезет? Он тянется, посмотри как. А может, она... Тихо. Не надо так тянуть, чтобы не порвать. Красивый тот и тот. Может, Ани один взять? Ну, я буду в белом, говорю сразу. А может, Ани не понравится? Может, она не любит зеленый? Ну, давай мы сейчас... Пофоткаем, может, ей захочется такой. Или она любит раздельный. Я не знаю. 700 гривен, девочки, купальник вот стоит. Вот тут ценник. Ага. Давай, Мири. Давай.
Ой, хорошо, Софичка, ну повернись. И сзади так. Хорошо. Хорошо в купальничке. Не знаю, мне и желтый нравится. Ты хочешь мне все два взять? Да, ну зачем два одинаковых? И желтый красивый. Ну, мне белый больше. Ну, бери, какой тебе нравится. Беленький. Хорошо. Я покрасила волосы. Все. Буду красотка. Варю гречечку. Немножко там сардельки есть с сыром. Сейчас тоже отварю. Это у нас будет такой обед. Софийка мне помогла уже. Тут поубирала, везде пыль повытирала. Сейчас я пылесосом пробегусь. Полы помою. И все, дома чисто. И все. И все. Собираем чемоданы. Купальники купили и в путь. Сейчас надо свой купальник приготовить. София, вот этот маленький, да, куча купальников, все да, маленькое. Один нормальный и новый. Все. Ну, можно... Ну, Софийка, у нас с тобой купальники в одной цветовой гамме. У тебя черно-белый. Да, у тебя черно-белый, у меня черно-белый. У тебя, кстати, очень классный. Классный, да, Бонпри я покупала. Бонпри? Ага. Такой хороший купальник. Женины тоже купальные шортики. Так, я повесила. Новинка. Сумочки стоят. Мама, иди Ты парео будешь, да, брать? А этот купальник, это мы в том году покупали, он на тебя тесноватый? Или он в воде может потянуться, Софи? В воде, да. Угу. Тоже красивый. В том году, да, в Кременчуге покупали. Тоже я сеточки, да? Взяла, мама. Бывает так накинуть на купальник. А какой это размер, София? Я не знаю. Давай я гляну. Да, 32. Это маленький вообще. Это что, я 38 купила? Может, тебе 36 надо было? Тоже красивый. Такой он спортивный. Что ты тут? Ключик. Ключик сделала? Да. Ой, какие прикольные. Вот сравни, да, цвет с вот этим, какой был черный стал. Ну да. Красивые картиночки. Угу. София разрешила. Я говорю, ладно, клей. Она будет виска. Заклеить, да. Еще это есть. Ой, не, я так не люблю. Ну чуть-чуть, София. Мам, ну чуть-чуть, ну тебе же она не мешает. Ну вот и все. Прядка выпала. Девочки, вчера по поводу видео, как растянуть одежду, там разные комментарии написали. Ну, со мной поделились, и я решила с вами поделиться. Многие даже сразу начали растягивать свою одежду, и девочки остались довольны, говорят, и платье растянули, еще там и длину увеличили на 7 сантиметров. Ну, кто-то говорит, это старый способ, но, может, кто-то не знал, вот видите. А я вспоминаю вот случай. У мамы была кофточка вязаная, такая зелененького цвета, и мама ее попросила меня погладить через марлечку влажную. И я, наверное, так усердно ее, не так, что слегонца пробежалась, и все, и я вот так сильно выглаживала. И вот эта вязка, она стала не такая вот объемная, она стала чисто плоская, и кофта такая растянулась и стала бесформенной. Вот такой случай что-то я вспомнила. Так что некоторым и понравился этот метод и способ, и девочки уже пользовались и довольны остались. Ну, может, кому-то не понравился. Ну, не делайте, если вам не понравился. Так, а мы тут доедаем, убираем, что осталось. Ой, там чуть-чуть... Еще тут макароны на раз. Кому-то просто одному. София хочет гречку. Сейчас узнаем, что у нас тут есть. О, это еще мясо. Там, наверное, два кусочка курицы. Сардельки. Вчера салат там делала доесть. Рагу Женя доест. В общем, по чуть-чуть всего подоедать надо. Так что встретимся с вами уже в следующем видео в другом месте. Хорошо? Нам хорошей дороги пожелайте. Вот. Надеюсь, будет все хорошо. Все тогда. До завтра.